Только не болтай, слушай, что я говорю обязательно. Хорошо? Хорошо. Всем удобно, все меня слышат, все видят, да? Нормально? Хорошо? Кирюша готов? Музыку поставить нам? Ну, Кирюша, молодец, хороший мальчик. Отлично. Все молодцы. Можно музыку, Кирюша? Ctrl-V. Это такая конструкция, которая может рушить мир. Однажды я рассказала на Фейсбуке и пришла страница туда-сюда и стала местным огнем, чтобы узнать само себе, найти этого человека. Я знала, что она существует. Я знала, что она есть. Нужно было просто решиться и сделать. И вот перед моими глазами я вижу ее лицо. Да вот же она. Голубые глаза, челка на лоб. И я уже понимаю, что это та вторая половинка фотографии, которую я столько раз видела и любила в лице. Рядом. Вдруг какая-то невероятная музыка появилась у меня в руках. Я стала мотать из комнаты в комнату. Я стала мотать по кухне. Я только могла держать эту огромную оркестр, который был у меня. Пусть остается сильнее, я пойду, я хочу жить, я хочу папа, я хочу сына. И вдруг все стихло. Конечно, я приняла то приглашение и поехала преподавать в Китай. Я не знала, к чему меня это приведет, я не испытывала к этому никаких чувств, у меня и чай, и только вкус потерял. И 10 тысяч километров от дома. И вот я торчала где-то в Дубае с ангелоподобными бизнесменами. Я летела на двухэтажном самолете в самом большом мире. И кругом одни азиаты, представляете? Это немножко странно. И все на тебя так смотрят, все на тебя пялятся, все хотят тебя потрогать. Я действительно почувствовала себя коровой, которая приносит удачу, потому что стоит ее потрогать, она исполнит ваше желание. Но я не могла. И красная глина, тачки каких-то остатки лесные поля, я не знаю. Интернат. Первый день своей работы я начала плакать, я не могла сдержаться. И все так засветились, и положились, и говорят: госпожа учитель, что вы плачете? Ну как же госпожа учительница могла не плакать? Собака на обед, горячая вода раз в неделю, крысы, кровать с приверченной в стене, сырость такая, что ты просыпаешься, и твоя постель вся мокрая, потому что настолько все важно. А мои дети, мои добрые, наивные китайские дети. Однажды я им задала нарисовать путешествие мечты. Свою мечту. И вы представляете, они рисуют Эйфелеву башню. И подпись Paris, столица моей мечты. А я понимаю, что они этот Париж не увидят никогда в жизни, потому что их зарплаты, их родители, наверное, равняются моему месячному достатку. У меня был один ребенок, с которым мы никак не могли договориться. Это был подросток, такой неуклюжий, знаете, ежистый. Они никогда особо на контакт не идут, тем более еще иностранка. Я их попросила представить страну, рассказать о стране своей мечты. И ни с того ни с сего, в этой глуши, в этой чертовой дали, понимаете, у них на стене висит плазма. Это такой же потрясающий экран. У них нет антибиотиков, но у них висит плазма на стене. Капельницу делать, чтобы снять имбрант.
И вот этот мой мальчик. Он неожиданно выходит и начинает петь. Он поет итальянскую оперу. Спасибо тебе за то, что ты научил нас тому, что такое безусловная любовь. I want to be your friend. Я очень хочу быть твоим другом. It's a pity that you will go home soon. Очень жаль, что ты скоро поедешь домой. I hope so. When I grow up, I will go to St. Petersburg and meet you. Я очень надеюсь, что когда я вырасту, я поеду в Петербург и встречу тебя. I like European people and houses. Мне нравятся европейские люди и дома. I'm sorry, my English is bad. Я прошу прощения, я плохо говорю по-английски. Don't forget me. Не забывай меня. I love you. Я тебя люблю. Я благодарна всей душой тому мужчине, который показал мне, что такое не настоящий любовь. За то, что я не говорю по-французски. Или за то, что я не знаю, но блин, хватит. Но эти дети, ну,